Здравствуйте всем, дорогие телезрители. И сейчас я вам буду показывать приложение музыкальное на телефоне Galaxy Geo. Итак, посмотрим. А первое приложение это у нас будет виртуальная гитара. Итак, вы видите перед собой гитару, не похожую как на гитару, но звучит она как гитара. Вот, послушайте. А также здесь можно вбивать свои аккорды и играть. Также, если они вот такие вот желтые, эти аккорды, то они будут переключаться по порядку, как вы поставите себе, вот, допустим. А также есть здесь, можно вбить аккорды вот эти самые вот здесь, вот какие хотите. И вот, вот это какие вы хотите аккорды, чтобы были по порядку. Вот сейчас в данный момент 4 стоит. А также можно по интернету, если у вас подключен Wi-Fi или обычный интернет мобильный, или 3G, то можно найти самые популярные аккорды, какие есть. Вот, допустим. Все. Это было приложение «Виртуальная гитара». А теперь у нас приложение «Piano Revolutions». Это, по сути, обычное пианино. Сейчас подгрузится. Вот. А кроме этого, здесь еще есть и мелодии. Можем их нажать, они будут идти и показывать вам, по каким нотам нужно нажимать. Вот также можно две сделать, как бы сказать, клавиатуры. И тут вы можете сделать одну тональность, а здесь вторую тональность. Ну, в общем, это было приложение Piano Revolution. И теперь мы переходим к еще одной гитаре, которая называется соло. Вот это уже похоже на гитару. И звучит она по-другому. Ну, вы уже можете даже слышать, что отличается от той первой. И тут тоже аккорды наверху. Есть аккорды. Тут даже есть и электрическая гитара, и есть 4 вида. Получается, обычная гитара, обычная приглушенная, электрическая и электрическая приглушенная. Также можно выставить аккорды, вот какие вы хотите. Вот тут еще пустое место, это значит, что вы можете поставить свои аккорды, какие хотите. Также электрическую гитару сейчас я вам продемонстрирую. Сейчас загрузится и посмотрим. Это точнее всего приглушенная. Не то я нажал. Ну, это приглушенная была, вы слышали. А вот теперь настоящая электрическая гитара. О, вот. А вот это приглушенная обычная. Ну что ж, мы только что были в приложении соло, гитара. И теперь переходим к последнему приложению. Это барабаны. Это обычные барабаны. Вы нажимаете, и издается звук, конечно же, барабанов. Обычные барабаны, как вы слышите. Ну что ж, я вам только что показал музыкальные приложения на Samsung Galaxy Geo. Не забывайте заходить на мой сайт.
смотреть мои видео ВКонтакте и подписываться. С вами был Стокер. До свидания. До следующего видео.